О других новостях города и области в коротком видеообзоре. В Кирове сегодня утром утонул автомобиль. В 5:45 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что в пруду у поселка Чистые пруды лежит «Лада» 12-й модели. По предварительным данным, находившаяся за рулем женщина-водитель неправильно выбрала скорость движения, не справилась с управлением. Машину занесло на ограждение, которое она сломала, и упала в пруд. И водитель, и ее пассажир скончались на месте. Лучше всех ЕГЭ по математике в этом году сдали ученики лицея естественных наук. Второе место у физмат-лицея, третье у школы номер 57. Такие данные сегодня опубликовала пресс-служба Кировской мэрии. Средняя оценка лидеров по математике больше 67 баллов. А грамотнее всего школьники из православной гимназии. У них самый высокий средний балл в городе по результатам экзамена по русскому языку – 81,6.